25 декабря губернатор Игорь Руденя принял участие в итоговом мероприятии, посвященном завершению обучения участников образовательных программ, которое было организовано в 2019 году Центром поддержки предпринимательства Тверской области для начинающих и действующих предпринимателей. А подробности все у Ирины Синягиной. Деловая, но при этом праздничная атмосфера. В центре «Мой бизнес» собрались десятки людей, которые не только начинают свое дело в предпринимательской сфере, но уже активно стоят на ногах. Почти 250 бизнесменов стали участниками образовательных программ в рамках реализации профильного национального проекта. Обучение велось по трем направлениям. В двухмесячной образовательной программе «Фабрика Старт» приняли участие 160 человек. Программа была рассчитана для начинающих предпринимателей по основным компетенциям и навыкам, необходимым при создании собственного дела. Двухмесячная программа для действующих предпринимателей «Фабрика ПРО» была ориентирована на формирование навыков и компетенций, необходимых для повышения эффективности и масштабирования существующих проектов. Ее участниками стали 64 человека. 23 действующих предпринимателя прошли 35-часовой курс обучения по программе «Школа предпринимательства». Все они – часть мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Очень радует, что практически около половины предпринимателей – это все молодые, симпатичные, активные люди. А что еще интересно, что я вот сейчас задал вопрос, посмотрел ролик ваш, что мы уже видим людей старшего поколения, которые тоже неравнодушны и тоже хотят участвовать активно в современной экономической жизни. И есть проекты с важным социальным значением, которые предполагают трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, оказание помощи семье с детьми. Глава региона поздравил выпускников образовательных программ в сфере предпринимательства с успешным завершением учебы, пожелал успешной реализации бизнес-идей на территории Тверского региона. Мы вместе с вами будем стремиться создать условия, чтобы бизнес в Тверской области мог быть развиваться, и чтобы вы были уверены в ваших перспективах не только на нашем рынке, на рынке Тверской области, но и за ее пределами. Считаю, что главным приоритетом нашей работы по поддержке предпринимательства и созданию новых мест будет являться средний и малый бизнес. Именно развитие такого личного предпринимательства, когда люди могут сами заниматься тем, что им нравится. Благодаря участию в профильном национальном проекте мы формируем в регионе современную среду поддержки предпринимателей. В рамках мероприятия выпускникам были вручены сертификаты о прохождении обучения. Также Игорь Руденя осмотрел выставку проектов выпускников. Были представлены проекты производственного сектора, а также имеющие важное социальное значение, предполагающие трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи семьям с детьми.